Сумма, заработанная депутатами Госсобрания Мордовии за прошлый год, впечатляет: 617 471 131 рубль. Однако львиная ее доля, свыше 423 миллионов, приходится на доходы одного человека – Сергея Сиушова. Он руководит компанией «Сфера», которая занимается строительством, производством строительных материалов, сельским хозяйством и много чем еще. Значительно скромнее, но тоже гораздо выше среднедепутатских, доходы у руководителя КС-банка Владимира Грибанова, директора Ковылкинского электромеханического завода Владимира Евтеева и генерального директора общества с ограниченной ответственностью ЛАТО Алексея Чингалева. Всего среди 48 народных избранников доходы, превышающие 1 000 000 рублей, задекларировали 30 человек. Есть среди них и дамы. Это Наталья Андрюшечкина, помощник ректора и председатель студенческого профсоюза МГУ имени Огарева, индивидуальный предприниматель Екатерина Сыщикова и председатель бюджетного комитета Госсобрания Светлана Киселева. Не отстают от депутатов и близкие родственники. Супруга Сергея Сиушова принесла в семейный бюджет больше всех – свыше 73 миллионов рублей. На втором месте супруга Владимира Грибанова. Ее доходы на порядок меньше – 7 711 тысяч рублей. Подавляющее большинство депутатов зарабатывают больше своих спутников жизни, и только двое им уступают. Это главврач 5-й республиканской больницы Анатолий Пенямаскин и заместитель председателя Госсобрания Валерий Алехин, который, кстати, возглавляет комиссию, контролирующую достоверность сведений о доходах народных избранников. Есть среди опубликованных данных и сведения об имуществе представителей республиканского депутатского корпуса. Например, больше всех земли среди них, на двоих с женой почти 44 гектара, имеет Владимир Кабаев. Но ему сам Бог велел, ведь он руководитель одноименного крестьянско-фермерского хозяйства. Жильем лучше всех обеспечена семья уже упоминавшегося президента КС-банка Владимира Грибанова. Вместе с супругой у них 1325 квадратных метров квартир и домов. У Максима Автаева, который руководит подразделениями «Газпрома», больше всех среди наших депутатов – транспорта. 4 легковых машины, 5 грузовых, 2 мотоцикла, ну и прицепов немножко. Все за исключением легендарного «Харлея» отечественного производства. А вот супруга все же предпочитает иномарки. Землей этот депутат тоже не обделен. У него целых 10 земельных участков общей площадью в 13,5 гектаров. Из представителей малочисленных фракций никто среди миллионеров не числится. Валентина Зайцева из КПРФ заработала в прошлом году 657 тысяч рублей, Евгений Тюрин из ЛДПР – 710. Ну и самые скромные доходы – почти 334 тысячи рублей – задекларировал Игорь Тараскин. А среди депутатских жен меньше всех заработала супруга Валерия Сурайкина – 19 260 рублей. Павел Степаненко, «Наши новости».